Добрый вечер. А у нас сейчас, посмотрите, какие гости. Полная лодка вон гостей. Так что она четверых выдерживает. И что, уже приплываем? Так мало. Вон у нас Наташа рулевой, да. Рулевой, гондольер. И самое важное, у нас вон в гипсе катаются даже и не боятся. Ждут времени, когда снимут гипс, да? Так, вас причаливают. Ждем. Так, я сейчас буду держать. Я кто вылезает, а кто щеку? Ты да. Что, Кина, достаешься? Борис, хочешь, борести? Кто еще? Сама, Юля, а нет, почему? Она как-то с воду затянет. Если хочешь, я останусь. Я же без тысячи. Я тебе хотела помогать. А? Так, Ина. Бабушка, давай ты получишь. Мама, не, я держу воду. Опа, все. Кина, ты гребешь или я гребу? Ты я буду тогда водить. Хорошо, ну давай. Сейчас, давай. Сейчас бабушка. Кина, все нормально. Помнишь, что бабушка, чтобы внучка катает? Ты помнишь, бабушка плавать не умеет? Так и надо покататься. За лодку будешь держаться и все. И сюда я такого мочаем. Дай мне телефон. Нет, телефон давай не будем тут. Она хотела телефон же, она хотела немножко покинуть. Будут учиться. Не в ту сторону. Нет, так в обратную греби. Кина, ты задом едешь. Задом? Удобнее этот, в обратную сторону. На себя весла, да. Одна уже погреблась, а другая захотела. Тихо, тихо. Давай. Давай. Невада 95, вперед. Юля, и гипсом тоже. О, о, слушай, ты где училась? Не хватает третьего весла. Ну ничего. Ну а теперь соревнования, кто быстрее. Доброе утро. Ну вот я и восстановил красу на террасе. Все как бы уже сделано. Как видим, плитка по всему периметру уложена. Все, камушки назад заложил. Вот такая у нас плитка. Осталось ее помыть еще. Ну, ее хорошо протерли, но надо помыть. Это все смыть, эту террасную доску. Затяну сюда шланг. И все это дело смоется. И будет здесь все как бы отлично. И балкон. Вот как видим. Опа! Тоже все плиткой сделан. Все как бы отлично. Осталось сделать перила. И будет класс. И еще ж не обрезан вот этот край нашей травы. Доброе утро. Вот, наконец-то. Приступил к навесу. Значит, уже вымерил все, подрезал высоту трубы. Вот, уже все четко. И там тоже все нормально здесь. Вот, плитка там уже, как видели, уложена. Пазы сделаны. Это как раз вот будут вот такие у нас профильные трубы идти по периметру. Вот так, вот так. И там тоже будет еще по центру. Она тоже будет туда крепиться. А потом вот такие будут перемычки приварены. Ну а наверх уже посмотрим. Либо поликарбонат будет прозрачный. А потом будет такая тканевая специальная есть для навесов.
на тросиках, за веревочку потянул, закрыл беленькая ткань. Вот. Ну, там много разных расцветок. И можно будет прикрывать. Не надо, открыл. И так и небо у нас будет не закрыто. И терраса, и от дождя будет все нормально. Ну так, поехали. Смотрите канал Трепанация. Одна, как говорится, труба профильная установлена. Там все замазал раствором. Потом же все заделается этой штукатуркой, краской. Здесь на струбцине висит. Вот. Оно крепко стоит, струбцина отлично держит. Это не веревочки. Вот. И сейчас я прихвачу, приваривать пока полностью, обваривать уже буду в последнюю очередь. Сейчас нормально поприхвачиваю, чтобы оно держалось. И остатки же потом пообрезаются, торцы заделаются. Поехали! Все прихвачено, держится крепко. Поехали вторую стойку делать.
Ну вот так. В принципе, уже все прихвачено. Прихвачено нормально, крепко. Вот. Вот каркас здесь есть. Осталось мне вот такая же балка между этими прикрепить. И еще посередине она будет закреплена туда. А вот к этому каркасу уже будут вариться более тонкие вот такие вот сюда перемычки. Тоже металлические, но они будут в два раза тоньше, чем вот это. Ну, еще все увидите. Уже дальше не буду вам там снимать. Там не так интересна та балка. Покажу уже, когда вот эту пообрезаю все. Вот. Обварю. Ну и начну варить вот эти штучки. Так что до следующих влогов. Смотрите канал Трепанация, подписывайтесь, ставьте лайки. Будет еще много чего интересного. До встречи. Пока. Колокольчик не забудьте. Удачи.